Друзья, доброе утро. У нас сирень расцвела. Дашка, ты где? Дашка. Друзья, кто забыл подписаться, подписываемся на мой канал, кликаем колокольчик, ставим лайк, пишем комментарии. Пишите, друзья, комментарии. Кто хочет поддержать мой канал, обязательно пишите комментарии, потому что комментарии продвигают канал, потому что вместе мы сила, мы команда. Пишите, о чем бы хотелось поговорить. До новых встреч. Ну, я думаю, что я еще вам кое-что покажу симпатичное. Этот пион я все показываю вам и жду. И говорю, вот. Но никак это вот-вот не наступает. Вот. Это красивый такой. Трояндовый такой полный пион. Друзья, не удержусь, все-таки только что проехала одна дама. Да я знаю, ну лет за 30 ей. А хоть бы муркнула привет. Вот бывают же, да? В нашем детстве как-то говорили, такая была пословица. Прошла свинья и нахрюкнула. Вот это действительно так. Другой заходит. Идет, знает, не знает. И говорит, здравствуйте, привет, привет. Это же так приятно. Это же так приятно утром сказать, друзья, доброе утро. Еще покажу вам, какую мы сделали песочницу. Так вот муж придумал песочницу такую с крышкой. Места у нас мало, но песочница нужна. Вот так оригинально. Смородинка, то, что надо. Будет. Надеемся. Друзья мои, кто забыл подписаться, подписывайтесь. Ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, хорошего вам дня!